вузы региона переходят на бережливое производство. Белгородский государственный университет стал первым и получил премию. Проект команды БелГУ признан лучшей практикой для тиражирования в сфере регионального образования. Как и с помощью чего теперь умеют экономить время студенты и преподаватели. Сегодня во Всемирный день зрения обсуждаем с экспертом в студии, как сохранить здоровье глаз. Говорим о профилактике и развенчиваем миф о том, что операция на глаза – это страшно, а высокотехнологичная помощь слишком дорого. Наш гость – главный офтальмолог региона, заведующая офтальмологическим отделением 2-й городской больницы Белгорода Виктория Башук. Белгородцы выбирают лучшего участкового области. На победу и путевку на всероссийский этап конкурса претендуют 22 участника – лидеры своих районов. Дать оценку полицейским может каждый житель региона. В интернете идет открытое голосование.